Андрей Андреевич, вы можете приблизительно сказать, когда мы помиримся с подругой? Для того, чтобы с подругой помириться, необходимо обязательно с ней общаться. Найдите повод, сделайте ей подарок. Женщины, они так устроены, что они любят настойчивость. Будьте настойчивы, будьте теплыми, попробуйте извиниться, сделайте подарок. А так, когда бы ни одна ничего не хочет для этого делать, ни другая. При этом и одна страдает, и другая. То что вас помирить надо? Договоритесь с кем-нибудь, чтобы вас помирили, взяли за руки. А так вы ничего для этого не делаете, и она ничего для этого не делает. И когда мы помиримся, ну если вам легко друг без друга, то зачем вам друг другом мириться? Не понимаю я. Эзотерические способы, как помириться с другим человеком. Представляете этого человека, представляете, будто к нему подходите и обнимаете его и прижимаете к себе и говорите: не отпущу тебя никуда, ты такой хороший, ты моя там ласточка, зайчик, рыбка, солнышко и так далее. Вот таким образом и происходит. Вот человек, когда идет домой с работы, человек возвращается домой с работы, ну, кто ходит на работу, потому что я знаю, что много людей сейчас уже, мир изменился, и много людей уже работы никакие не посещают. Но для тех, кто все-таки ходит. И возвращаетесь домой, вас дома кто-то ждет, бабушка, мама, муж, возможно, детки, или еще кто-либо, собака. И перед тем, как зайти, представьте, будто все вас прямо набегают и вот так обнимают. Вот если подождать перед тем, как зайти в квартиру, в дом там, или где вы живете, и представить, будто они все вас обнимают, посчитайте в этот момент до 7 или до 9, желательно даже до 9. Если сконцентрируетесь и почувствуете, что все обнимают, досчитайте до 9, открывайте дверь или звоните. Когда вам откроют, то вечер будет великолепным. Он будет прекрасным, наполненным поэзией, теплотой и теплыми отношениями друг к другу.